Молодежь, да? Да. Не знаю, он вот возил кого-то молодых-то. Сейчас он должен. Добрый день. Видите, а вы водитель или кто? А вы же молодежь привозили? Куда? На задний Днепр? Полный автобус молодежи? Ну, много, да? На избирательный участок. Ага, откуда молодежь? Я отсюда их. Я отсюда? Да. Думаю, понятно. Скажите, пожалуйста. А вас сюда пригнали, сказали, кого-то будете везти с офиса на избирательный участок? Да. По-моему, так. И вы сейчас должны везти их? А? Вы сейчас должны везти? Сказали, чтобы я приехал сюда. А вроде тут по чеканам. А что, где, как? А кто сказал? А вы везли уже сюда кого-то? А? Везли? Я еще никого, я, наверное, лишний здесь. Я приехал, машина есть. Поэтому я сейчас хочу это главное спросить, он уехал как раз. Ага. А куда сейчас, вам не знаю, вы ничего не знаете, не да? Я сегодня вообще выходной дома и... С фирмы позвонили, механик позвонил, срочно надо. Может быть, зайти к ним? В сам офис непосредственно. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Номер машины снижен. Она сейчас за ними. Давай мы туда их поведем. Да, может, они сейчас пойдут куда-то еще голосовать. Просто, бля, у нас информации, бля, вообще никакой. Бля, так мы хоть узнаем. Участком уже будет понять, складываться с картиной, а не так, знаешь, со слов. Тем более водила все равно спасти не будет, что мы денег дали. Какой самый ближайший здесь участок? Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Может, он на ближайший приедет? Если там чуваки оттуда выйдут... Ну да. Нет, тоже пикапер. Ну сейчас. Чешу же. Не заезжай за ним, давай. Не, зайдешь, короче, вот, вместе с ними. Они будут голосовать, если ты быстро подойдешь и зарегистрируешься, чтобы стать смотреть. Да? Или Пушкина, или такого попадания. Слышишь?
пролом. Хуяк. Aceasta face Ioana Căpraru în fiecare zi, iar datorită voturilor de pe www.radionaro.md ne cântă și la ultima ediție de top, om bun pe dreapta cu numărul 8. Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 8. Yeah.